О-о-о, катастрофа. Это все сделал он. А знаете, чем я занимался? Сейчас увидите. Ну, сделал. А здесь висит Серега. Да, это один из наших. Давайте ставьте лайки, чтобы мы сделали крутые вещи. Подписывайтесь на канал. Лайк ставь. Всем привет! Сегодня очень насыщенный день. И прежде чем я о нем расскажу, я хотел сказать, что вы на канале Бегак ТВ. Я Александр Бегак, конструктор-новатор, создатель разной уникальной техники и лидер молодежного движения «Небесное Одиссея во славу России». Ну и так далее, и тому подобное. Посмотрите все остальное в Википедии, энциклопедии, ну и еще куда, где-нибудь в интернете. А сейчас я вам расскажу, как прошел день. И я уверен, что он прошел интересно. Полетаем! Так, ну, наша летняя, так сказать, кают-компания приближается к подготовительной стадии завершения. Олег сделал оснастку, основу для этого. Ой, ух ты! А ну, рассказывай, что ты сделал. Здравствуйте! Закончил опалубку, выровнял землю. Ну, осталось только теперь подсыпать. А для чего вот такой угол у нас получился у тебя, точнее, получился? А тут будет стоять мангал. Вот тут. А, все-таки мангал? Да. Ну, я хотел бы, чтобы еще для чая что-нибудь стояло. Чай, ну, очень столик круто. Столик можно. Столик. Круто. Под сирене как раз. Смотрится классно. Вот, а ну, ты параллельно соблюдал вот эту параллельно вот конечно, этой? Или не конечно. Соблюдал? Все соблюдено. По-моему, чуть-чуть не очень. Ну ладно, разберемся сейчас. Ну вообще круто. Смотрите, ребят. Вот так вот. Один человек за полтора дня вычистил, выдраил, приготовил все. И мы видим красивую розу. В итоге. Ладно, я продолжу, а вы ставьте лайк и смотрите нас дальше. Вот так вот. Не, у меня крутая команда. У меня самые крутые парни и девчата. Посмотрим, что я еще вам покажу. Какая у нас чудесная дорога. Это наш шеф, водитель. Друзья, вы на моем канале Бегак ТВ. И сегодня я еду на удивительную базу, которая называется база отдыха Аксаут. Она находится в горах на высоте почти 2000 метров. Поподробнее я расскажу уже там. Поэтому подписываемся на канал, ставим вот такие лайки. Ну, первое, это природа, конечно. Потом там река. Ну, когда она чистая, на нее вот можно смотреть, ну, часами. Ну, а также там очень хорошая сама база, она цивильная. Там шикарные домики, шикарное обслуживание. Ну, там просто замечательно. Я давно не видел в горах вот такого сервиса. На квадроциклах, там есть водопады, есть святые места. Вот, то есть, в принципе, там всем будет интересно. Пока транспорт ставится на место, я хочу вам показать. Вот они, ребята, к которым можно обращаться. Они здесь постоянно, так что приезжайте. Это у нас будущий чемпион мира Кирилл. Друзья, конечно, наши беголеты, они пока стоят, но это все не просто так. У нас происходят фантастические изменения, и изменения даже на улице. Мэр города Пятигорска при поддержке полпредства президента решили поддержать нашу команду и нашу улицу, и сделать здесь нормальную дорогу, наконец-таки. Сейчас я вам покажу, что началась работа. Это очень круто. А Сергей сегодня заканчивает делать на беседку,
кое-что интересное. Где тут сварка, где тут что? О! Как наляпано, постелить нельзя было. А я сейчас занимаюсь, как бы вы не подумали, но очень высокотехнологичной покраской. Вы бы спросили, в чем отличие обычной покраски от этой? На самом деле, чтобы краска очень ровненько, гладенько легла, я наношу ее в несколько слоев, очень жидко и очень тонким слоем. Поэтому все испачкано. Да. Угу. Ну, молодец. Я чистый. Ага, белый, почти. Это самое главное. Почти. А это все от асфальта ототрется обычной железной щеткой. Ага. Кершер называется эта щетка. Ну или кершер. Кершером все это отлетит. Ой, я сегодня, кстати, ездил в горы. Мы там подбирали площадку для испытаний беголетов. Очень славное место. Сейчас вкратце покажу, а потом вы увидите это все в большом ролике. Я расскажу о месте именно, потому что мне понравилась площадка, понравились наши коллеги, друзья, и они нам помогают. Сейчас вкратце покажу, а потом вы увидите это все в большом ролике. Я расскажу о месте именно, потому что мне понравилась площадка, понравились наши коллеги, друзья, и они нам помогают. Так, это лаборатория. Здесь очень яркое солнце, я без очков, ну ладно. А теперь смотрим на разруху. Та-дам! Я после армии боюсь. Я их боюсь. Бордюры. Бордюры. Так, начали делать дорогу. Это будут здесь бордюры идти. Вот. Здесь у нас наша лаборатория. Что ты думаешь-то? Смотри, вы разворотили прямо здорово. Да. Наконец-таки улица авиаторов будет улица авиаторов. Здесь будет чистенько, гладенько. И самое главное будет хорошая дорога прямо к аэродрому. Да, и смотрите, вот здесь у нас открыт звездный сад. Небесная Одиссея. Он сделан, посажены все деревья известными людьми, героями России, чьи имена надо уважать. Вот. Ну там даже береза посажена мной после экспедиции на Северный полюс. А вот это уже для знаков. Знаки тоже уже готовы, но надо согласовываться. Плитка будет вот такая на тротуаре. Вот, еще раз хочу сказать огромное спасибо администрации города и полпредству президента, который нас поддерживает. И я думаю, что мы не подведем. Здесь знак висит Серега. А здесь знак, то что висит Серега. Что, мне перепеда подъем? Ну сделал. А здесь висит Серега. Все. Ну вот навезли щебня. Это все для дороги. Здесь надо будет еще попросить их, чтобы сделали заезд к нам. А там у нас ребята. Молодец, детский сад получается. Это гвардия. Гвардия. Гагаковская гвардия. Друзья, это наша новая команда. Члены новой команды. Да? Да! Давайте ставьте лайки, чтобы мы сделали крутые вещи. Подписывайтесь на канал! Лайк ставь! И подписывайтесь! Пойдем посмотрим, друзья, пойдемте посмотрим, что они делают сегодня. А ну, дай-ка мне эту штуку. Давай, показывай, что они делали сегодня. Что они сегодня делали? Это вычистили, да? Это они зачистили, ребят. Матвей, твоя работа? Первая гвардия. Кто еще? Вы все? Да, наша. Я 80. Я тоже. Молодцы. Вот эти 5 человек, еще вот один. Раненый. Да. А ну покажи руку. Шальная пуля. 6 главных гвардейцев наших. Угу. Так, что мы с ними дальше делаем? Дальше мы красим. Угу. И оббиваем уже весь периметр. Либо бетоном, либо... Давай это возьмем. Это лаком. Да? Мне кажется, лаком это будет лучше. Корабельно. А с той стороны белый, красный, белый и синий краска для... Зелененьким, под дверь. А, ну можно зелеными, да, но белая, синяя обязательно полоса. Здесь все. А ну, покажу. Смотрите, Бегак Аэроспейс, Сколково. Кстати, наши друзья из Сколково, мы ваши. А это ваше подрастающее поколение инноваторов.
А это уже подрочно. У нас есть и девчонки. Кстати, как вам тут? Отлично, очень крутое место. Очень круто, вау. Но скоро будет еще интереснее. Все! Вот, все, вот так. Да, это один из наших. Ну, прикольно. Никто не ругается. Ты, может быть, сделаешь себе трассу, на которой гоняешь, и будешь ездить по флажкам? У нас там на антенне уже есть. А, ну здесь тоже можно сделать. Для квадроциклов, да? Для скутеров. Спасибо. Для скутеров. Спасибо вам. Давайте сделаем вот здесь трассу, вот в этом месте. Да, друзья, такой, вот здесь будет у нас трасса для ребят, чтобы гоняли на мотоциклах и скутерах. Все, буду. Так что все, смотрим. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. Лайки ставьте, очень обязательно.